Во дворце спорта «Видное» прошел второй гражданский форум, инициатором которого выступила Общественная палата Ленинского района. В рамках мероприятия состоялись тематические круглые столы по актуальным вопросам. Обсудить в форме диалога самые острые проблемы муниципалитета собрались активные жители, а модераторами круглых столов выступили представители Общественной палаты. Члены Общественной палаты, у нас их 30 человек, провели встречу и обсудили, какие вопросы, какие проблемы наиболее актуальны на данный момент и интересуют жителей Ленинского района. Раздельный сбор мусора, развитие комфортной городской среды, волонтерство среди пожилых людей, а также плюсы и минусы городского округа – вот направление, вокруг которых шла дискуссия во время работы форума. Выбирая такую общественную площадку, мы применили второй раз термин «форум» именно для того, чтобы вовлечь общественность в обсуждение вот этих, на наш взгляд, одних из самых важных тем на территории нашего муниципалитета. Жители могли задать интересующие их вопросы. На площадке, где обсуждался раздельный сбор и вывоз мусора, экспертом выступил заместитель директора мусоровывозящей компании, обслуживающей наш район. Если вы видите, что на ваших территориях где-то до сегодняшнего дня не заменены контейнеры, давайте быстренько обратимся в муниципалитет, в регоператор, и мы их заменим. Оживленный диалог вызвал вопрос объединения территории района в городской округ. Пример Люберец, близких нам по географическому расположению, говорит о позитивных изменениях после преобразования. Многие идеи получили реализацию благодаря консолидированному бюджету округа. Если говорить про бедный поселок Октябрьский, да, который был территорией, вчера как раз ездили, смотрели строительство новой спортивной многофункциональной площадки на территории поселка, который даст, в общем-то, новый толчок и импульс для развития спорта на территории. На площадке, посвященной развитию городской среды, были представлены образцы изменения архитектуры и паркового дизайна. Также был предложен новый принцип участия общественников в работе над проектами. Это когда сами жители активно участвуют не просто в пожеланиях, что они хотят, но они еще и проектируют то, что они хотят. Соответственно, потом уже либо частное какое-то коммерческое предприятие, либо непосредственно администрация муниципалитетов реализуют то, что люди придумали и хотят у себя видеть возле дома. Еще одна важная тема – привлечение людей старшего поколения к волонтерскому движению. Это возможность для них почувствовать себя нужными, а вместе с тем принять участие в добрых делах. Стоит отметить, что после проведения первого гражданского форума в прошлом году некоторые задумки, появившиеся в ходе общения, были реализованы администрацией района. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.